Саш, ну, для начала твой комментарий по матчу с Мордовией. Ну, тяжелая игра была, во-первых, после и погоды такие условия, и снег, и поле тяжелое. И, во-первых, еще и проигрывали 1-0, но смогли матч переломить и выиграли. В принципе, вот даже когда при счете 2-1 после первого тайма, все равно тяжело было играть. Когда уже третий забили, уже ну, стало уже понятно. В принципе, в нашей победе не сомневался. Ну, о своих голах, пожалуйста, расскажи. Было непривычно видеть тебя в центре нападения, в тех моментах, в которых ты забивал. Ну, не в центре нападения, я у нас «Спартак» играл впереди. Ну, выполнял установку тренера, как куда поставил. Ну вот, и старался все выполнять, как, и, в принципе, вот, то, что говорили, делал, и поэтому и забил. Ну, еще и, конечно, то, что ребята помогли, такие, как бы, передачи, тяжело не забить с ним. Ты очень эмоционально праздновал забитые мячи, для тебя это действительно такое огроменное событие. Ну, почему огроменное, ну, просто, когда человек забивает, да, такие эмоции, ну, если вот их, как бы, не пройти через это, ну, я думаю, что их не понять все равно. Тем более, как бы, на трибунах сидели близкие мои люди. И, конечно, я рад, что они пришли, и, конечно, поэтому так, может быть, эмоционально и праздновал. Можешь этот матч назвать самым ярким своим матчем за время выступления в Урале? Ну, наверное, да, потому что я забил, я дал. Наверное, да, но еще раз повторюсь, то, что как бы, ребята, партнеры сделали эти моменты, мне я забил с них. В принципе, вот вся команда сыграла хорошо. В том моменте, когда ты отдал голевую передачу, ведь мог ты сам завершать атаку? Ну, мог сам, да, я как бы не жадный, тем более Спартак был в более выгодной позиции, и поэтому я дал ему передачу, и как бы, не жалею вообще то, что сам не пробил. Он забил, и главное, выиграли. Такая погода была, снег постоянно шел, поле видно было, что скользкое, насколько это сказывалось на качестве футбола? Ну, конечно, тяжело играть, и снег, когда особенно мяч там подлетал вверх, ты смотришь, ты не видишь ничего, снег идет. А так, а как вы еще хотели в ноябре играть на улице? Поэтому к погоде как бы быстро мы привыкли и адаптировались.